Здравствуйте! Вы смотрите «Самарские новости спорта», а расскажу о них я, Сергей Кизоркин. Гоняет шарик по теннисному столу Эрика Кварчи уже пятый год. Три из них профессионально. С тех пор, как переехала из Абхазии в Самару, она выступает за сборную региона. Для 14-летней спортсменки всероссийские соревнования на призы губернатора Самарской области – это генеральная репетиция перед первенством России и турниром ТОП-16 для самых титулованных теннисистов страны. Ну и, конечно, награду в коллекцию и подготовка уже более серьезным соревнованиям. Сейчас именно вот это соревнование идет подготовки к мастеру спорта России по старшим. Шестой открытый турнир по настольному теннису в Самаре собрал 140 спортсменов из 11 сильнейших команд страны. Москва, Оренбург, Екатеринбург, Дагестан. 63-й регион выставил сразу три сборные – Тольятти, Самары и Самарской области. В зачет идут результаты выступлений как в личном, так и в командном зачете среди мальчиков и девочек до 16 лет. В этом году качество тех спортсменов, которые участвуют, гораздо выше и гораздо более подготовленный, чем был предыдущий. Составляет, конечно, большой интерес спортивный. Вот, и мы надеемся на то, что борьба будет очень увлекательная, интересная. И значит, какие-то новые имена появятся из числа этих участников. Самарские теннисисты всегда были гордостью сборной страны. И в советские времена, и в современной России. Поэтому не случайно, что турнир на призы губернатора носит статус всероссийских. У нас настольный теннис прогрессивно развивается всегда. Это один из старейших видов спорта у нас в регионе. Базовый для нас, олимпийский. Это вид спорта, в котором у нас всегда есть спортсмены в составе сборной команды Российской Федерации. Поэтому я думаю, что это очень хорошее мероприятие. Наши спортсмены тоже, надеюсь, выступят на нем достойно, отберутся на официальные соревнования более высокого уровня. Сборная Самары на всероссийском турнире представлена сильнейшими и титулованными теннисистами международного уровня. Результаты, ну, хорошие у нас, можно даже сказать, отличные. И в этом году у нас и на Европе ездили дети. Естественно, что на России мы занимаем призовые места. У нас в этом году три человека получили звание мастера спорта России. Поэтому школа свой статус олимпийский из года в год подтверждает, и результаты из года в год растут. У нас есть уже наши собственные звездочки. Это члены сборной, взрослой сборной команды страны. Это Маша Пилакова, это Лера Щербатых, многие другие ребята. Наша команда успешно выступает в чемпионате страны по настольному теннису в премьер-лиге. Сегодня мы можем ими гордиться и можем сказать, что они представляют собой элиту российского настольного тенниса. Шестой всероссийский турнир на призы губернатора проходит в Самаре 4 дня. Сначала определятся чемпионы в командном зачете, а в выходные пройдет личное первенство. Это были самарские новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!